Традиції клубу веселих і пітливих знову відроджуються в Миколаєві. Сьогодні в концерт-холі «Юність» проходить відкритий чемпіонат. Чи будуть миколаївські глядачі сміятись до сліз, побачимо далі. А глядачі сміялись, повірте. 5 команд боролись за перемогу у фіналі відкритого чемпіонату КВК. Тому учасники використали весь свій стратегічний запас найсмішніших жартів. Крім миколаївських, за перемогу боролись також команди з Херсону та Одеси. І хоч вони й приїжджі, жартували про Миколаїв не гірше місцевих. Але про гру згодом. Перед початком фіналу ми поспілкувалися з деякими учасниками за кулісами про їх мрії, про життя і спробували відшукати рецепт ідеального жарту. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Это ваша премьера или у вас уже есть какой-то опыт? Как бы с этим составом, конечно, есть опыт. И у каждого там и 5-летний, 10-летний опыт. То есть вот такой вот. Что, к чему вообще стремитесь? Какова ваша цель? Выиграть. Эту игру выиграть, там не знаю. Там дальше аграрная лига идет. Ну это уже не сейчас рассказывать. По твоему мнению, рецепт удачной шутки, такая, чтобы она была смешна всем? Соль, сахар и немножко притрусить там. Перцем, не знаю, такое что. Хорошо. Как ты думаешь, сегодня у николаевского зрителя вообще есть интерес к КВН? Конечно, аншлаг на билеты просто бешеный, не знаю. Мы думали, не продадим, ползала будет, полностью зал забит будет. А ще в безкінечних просторах закулісся ми зустріли унікальну команду, яка складається з двох людей – чоловіка та дружини. Миколаївці Наталі і Сергій живуть разом, виховують дитину разом і жартують вони також разом. А чому ви сьогодні будете шутити? Єдина команда, в якій грають муж і жена, буде шутити, звісно, про сімейний КВН. Який, по вашому мнению, рецепт удачної шутки, щоб вона була смішна всім? Спочатку треба вийти заміж, або жениться, а вже потім будуть рождатися смішні шутки. А якщо у вас... юмор, который вот вы шутите на сцене. Вот юмор, который вы шутите на сцене, он принесен из личного опыта, то есть вы берете свои шутки из жизни или придумываете. Я пойду помоюсь пока. На синхрон не подойдет, он ничего не вырежет из тебя. А, холодная, холодная! Вы представляете, насколько у меня тяжело психологическая жизнь рядом с таким мужем? Просто, пожалуйста, служба спасения, кто там, Артур, спаси меня. Собственно, таким образом мы и поговорили с командой, только с тобой вдвоем. В'ячеслав грає у команді «Зверніть увагу». І він єдиний представник чоловічої статі у цій команді. Тож мені було особливо цікаво, як це – грати на сцені виключно з дівчатами. Тобто ти один в команді з одними дівчатами, так? Да, они меня позвали, говорит, чувак, ты красавчик, говорит, ты похож на девочку, но давай с нами. Окей, теперь расскажи, как попасть в такую команду. О, чувак, просто ты столько надо пройти кругов ада, тоналки, макияжа, просто шуток. Просто нужно шутить, как девочке нравится, девочкам нравится, и все, они твои, понимаешь? То есть ты во власти девочек, грубо говоря? Конечно! Да. Феминисты сегодня были в восторге от этого. Слушай, ну ты вот договоришь, тоналки, шутки, все. Есть ли какие-то плюсы в том, что ты работаешь с одними девочками? Я тебе хочу сказать, что с девчонками намного круче поржать, чем с... Ну вот, я сравниваю с пацанами, как мы команду делали раньше, играли. А с девками это просто не такие гончие. Вот особенно наша команда, обратите внимание, просто мы собираемся на репетиции, настолько девки отдаются этому всему, они просто вот такие вот. И как, слушай, ты вот работаешь, да, с девушками, шутишь, получилось ли тебе понять женскую логику? И... нет. Ну вот шутка это такое, это жизнь, действительно. У нас такой вот юмор, еще плюс женский. Женская логика это вот такое. Натомість одна з численних дівчат із команди «Зверніть увагу» зі своєї сторони розказала про співпрацю з В'ячеславом. Ми розмовляли тільки що з вашим єдиним представителем мужского пола, да, я так понял, из вашей команды. Окей, он говорил со своей точки зрения о плюсах и минусах работы с вами. Теперь вы расскажите, как вам, девушкам, работает с единственным мальчиком в вашей команде? Ну, это единственный адекватный человек, который разборонит, который будет какую-то точку компромисса искать, потому что кто играет в команде, кто играет в этой сценке, какие-то между собойчики женские, это тот человек, который скажет, так, стоп, девочки, успокойтесь, который, даже сегодня я нервничаю ужасно, за слова, за сценки, чтобы не забыть, это тот человек, который пойдет и скажет, так, успокойся, все нормально. То есть, ну, маленький адекват в нашей команде.
подкалываете вы ли его как-то, разыгрываете, что-то есть такое? Он новый человек в команде, поэтому пока не удавалось, но все впереди. То есть он уже в нашей команде, пригласили его играть за нас, и все впереди, я думаю. Мы его так просто не оставим. Окей. Какие у вас вообще цели, вот, чего вы хотите достичь вот своей командой? Прежде всего, раскрепоститься, и это что-то новое в жизни. Хочется просто не просто там учиться, работать, гулять, заниматься хобби. КВН – это какая-то вторая жизнь, и хочется просто всего в этой жизни попробовать. А КВН – это что-то уже теплое, и даже вот эта сцена, она уже настолько родная, что это запах, атмосфера, смех. Ну, это просто круто, этим хочется жить. Мы очень ждали в Николаеве наконец-то, когда это уже сбылось. Я задалбывала всех, кого видела, когда КВН в Николаеве, наконец-то он появился, мы очень рады. Итак, еще вопрос, по вашему мнению, какие шутки какого вида, собственно, более, как бы такие, имеют форму универсальности? То есть это политические шутки или, может быть, того уровня? То есть какие шутки как бы актуальны всегда и будут всегда смешны? Я думаю, те шутки, которые происходят в жизни, вот мой партнер сказал правильно. Ну, политические шутки, естественно, всегда актуальны, потому что политика, она была, есть и будет. Но она не всегда уместна, так как вы знаете нашу ситуацию в стране. А про бытовые шутки, про то, что, вот, допустим, сейчас что-то новое, вышла новая песня, какие-то события именно там звездной жизни и тому подобное, всегда будет на слуху, оно актуально. Те же блондинки и тому подобное, просто нужно искать что-то новое, эдакое, потому что, допустим, про блондинок уже вот всем, нужно искать то, что еще будет смешно людям. Що ж, як бачите, шановні телеглядачі, рецепту ідеального жарту не існує. А у фіналі відкритого чемпіонату Миколаєва перемогли, до речі, гості з Одеси, команда колишні. Тож, вітаємо переможців, а всім іншим учасникам бажаємо успіхів та наснаги.